Конечно, если бы не Чехов, его авторитет и харизма, вряд ли все бы сложилось так, как сложилось. В письмах Иорданову он в течение 6 лет спрашивает о том, как дело продвигается, обсуждает место установки и осознанно произнес: «Их штербе, я умираю». Выпил бокал до дна и улыбнулся своей мягкой, близорукой улыбкой. Давно я не пил шампанского. Поеду с рублем, но все-таки поеду. В Питере погода великолепная, но безденежье и отсутствие весеннего пальто, взятого у меня на бессрочный прокат одним нашим общим знакомым, портит всю иллюзию.